на YouTube мне задают вопросы. Что-то у вас съемки под Top Gear. У нас не под Top Gear, у нас покруче, чем под Top Gear. Точнее, вообще это не Top Gear. Да и передача не Top Gear, естественно. Вот, потому что в Top Gear же вам не расскажут, как не платить транспортный налог. А я расскажу сегодня. Но для начала познакомим вас с автомобилем Audi A8. Эта машина легкая и продавалась она легко. Меня спросили цену, а я ей поставил. Человек прокатился на ней 10 лет и понял результат. Зачем и почему он купил Сангьянга, я не знаю, ну да ладно. Поняв качество, пересаживаемся на небольшого, но джипа, который свободно доедет до переезда. А там и сыну может достаться. Итак, цена данного автомобиля 400 тысяч рублей. Потому что он базируется на Volkswagen-овской платформе D. И представляет собой пространственно-объемную раму из алюминия. То есть на этом автомобиле вы можете ездить вообще по всей нашей стране, в том числе и в Москве. Машина не сгниет, потому что гнить здесь нечему. Вот. Первоначально машина задумывалась под несколько двигателей. 2.7 бензиновый, 3.7 V6 и вот этот топовый 4.2. Двигатель 4.2 имел порядка 6 модификаций. И различался, естественно, большими мощностями. И где-то в 98 году он, ну, скажем так, уступил место во флагманском ряду W12 6-литровому. Вот. Причем модификации были очень интересные, и, как правило, они поднимали крутящий момент и лошадиные силы. Этот автомобиль 98 года имеет базовые 296 лошадиных сил, облагаемых транспортным налогом. А тут самое интересное начинается. Как нам эксплуатировать такие автомобили? Да все очень просто. Дело в том, что транспортный налог закручивает человек, к выбору которого мы не имели никакого отношения. Я последний раз выбирал Петра Ивановича Сумина. И вот когда Петр Иванович был жив, вы знаете, что о покойниках лучше, а о таком-то еще лучше. Так вот, за Mercedes 600 я платил 19 тысяч рублей. То чудо, которое сейчас у власти, закрутило. А вот теперь другой вопрос. Дядя Володя Путин в свое время сказал, что вы, ребят, вы сами как-то на местах думайте, как вы там будете измываться над собственным населением. Вот, к примеру, Рамзан Кадыров, кстати, вообще не облагает транспортным налогом своих автомобилистов. И там спокойненько все катаются на V12 Porsche Cayenne за 9 тысяч рублей в год. Ну, что бы не ездить, джиги там, да? Вот. Кроме всего прочего, когда дяде Володе задали вопрос, а как же, если мы хотим, ну, коллекцию содержать или иметь выходную машину, он говорит, ну как, ну вы же можете на учет не ставить. И поэтому, заплатив транспортный налог за свою тещу, у меня V12 на ней стоял, я снял свои замечательные номера H600 ER, HER 600, в смысле господин 600. И сейчас езжу на транзитах. Учитывая лояльное отношение Магнитогорска к милиции, к тем товарищам, которые правила не нарушают, в принципе, на транзитах можно ездить и всю оставшуюся жизнь. Вот. Самый простой способ на этом автомобиле, ну или на другом, который умеет ездить, действительно, эта машина умеет ездить, съездить, к примеру, в Сочи или куда подальше. Я вам сейчас намек такой маленький дам, вы же не все идиоты, правильно? Это вот в Москве там все на Болотную ходят, а мы хитрые, понимаете? Мы уральцы. Мы же можем голову включить. Так вот, перед командировкой, перед поездкой поставили на учет, сразу же после поездки сняли с учета. И дальше уже налоговой инспекции объясняете, что если вы, ну как бы, нам что-то там впаяли, то вот, пожалуйста, транспортный налог разделите, пожалуйста, вот на те там две недельки, и тогда будет все в порядке. А в городе, ребят, перемещаться на больших объемах, на больших лошадиных силах, вы знаете, конечно, можно. Но не рекомендую я вам это делать, потому что в городе в большом количестве существуют автостранные товарищи. А теперь я вам продемонстрирую машину Inside для газового оборудования. То есть V12 это 52 тысячи рублей вы отдадите государству. Средний пробег на бензине 250 тысяч километров, а это 82 тысячи 300 рублей в узду государства. Делим на 2, и это газ, и жить-то можно, и платя транспортный налог. Суки, конечно, конченые, но это наше государство. Тут вопрос о пробеге. Катаемся больше и получаем экономию. Если что-то не успели посмотреть, добро пожаловать обратно на YouTube, а я по рейтингу посмотрю, сколько у нас умных людей в стране осталось.
А то вы знаете, звонят. Я каждому втираю, что V12 это тоже ништяк. Ну и 4.2, V8 тоже.